Для того, чтобы нам нарисовать горки, нужно подобрать какое-то изображение. Как я обещала, я буду выкладывать материалы в группе Фейсбука и в группе ВКонтакте для вас, чтобы вы могли использовать и мои рисунки, и какие-то я буду делать для вас фотографии со своих ксероксов и книг. Вот сначала вы попробуйте просто потренироваться, копируя и просто обводя какие-то линии, повторяя рисунок. А позже вы будете работать самостоятельно. Сможете очень просто, легко и быстро рисовать сами. Бывают такие вещи, особенно это связано с тем, когда мы рисуем лики, и мы ставим перед собой конкретную задачу максимально приблизить изображение к тому, которое мы рисуем. А бывает, когда мы ставим себе какие-то другие задачи и цели, и здесь уже нужно проявлять какую-то фантазию иногда и давать себе свободу творчества, потому что иначе эта работа превратится просто в рутину постепенно, если не проходить вот какой-то творческий процесс. Я просто сейчас с одной стороны делаю тень слегка. И если вы, например, будете это делать на иконе непосредственно, то всегда хорошо, когда вы сделаете четкое разграничение света и тени. Но здесь есть свои какие-то последовательности, которые связаны с заливками. Здесь есть некоторые свои нюансы, которые связаны с процессами заливки, поэтому у меня здесь нет не та последовательность, которую бы я делала вот на иконе. Потому что на иконе я сначала делаю, например, все покрываю охрой, как бы таким средним, не сильно темным тоном, а потом уже делаю свет и тень там. Потому что здесь в горках, в принципе, применяются
вот тот принцип, который мы бы использовали, рисуя кубик. Поэтому, если вы знакомы с рисованием кубика, то вам будет проще. Я иногда в процессе могу что-то откорректировать, если мне что-то не нравится. Вот. Мы можем поправить контур, поправить какие-то случайности. Может быть, они мешают общему восприятию. Но я здесь просто вам показываю принцип упражнения, чтобы вы немножко попробовали вот так вот посидеть и порисовать какие-то конкретные вещи. Это все элементы, которые, если вы будете за мной повторять, то потом, а позже, вы будете очень хорошо и грамотно рисовать. Но чтобы рисовать грамотно, недостаточно только рисовать эти элементы, а нужно еще чувствовать вот эту форму, конструкцию. И я потом, возможно, сделаю еще какой-то отдельно уже. Позже, может быть, я вам покажу, как простым карандашом нарисовать эту конструкцию горок, используя принцип рисования кубика. А сейчас спасибо за внимание, всего хорошего, до новых встреч!